В новый учебник истории для 5-9 классов войдет отдельная тема о празднике Дне народного единства. Школьникам расскажут о выдающемся подвиге Минина и Пожарского и других наших соотечественников. Учебник планируется подготовить к следующему учебному году. День народного единства отмечают в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях ноября 1612 года. Именно тогда войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Напомним, что в этом учебном году школьники уже начали заниматься по новому единому учебнику истории для 10-11 классов.